Армону мы увидим, и это будет такой как бы день, практически сегодня последний спектакль, и завтра первый спектакль из Казахстана. И я думаю, что это будет хорошей традицией, такие интересные контакты между фестивалем Армону и теми казахстанскими театрами, которые очень яркие, очень самобытные, очень интересные. Мы за эти два дня увидим два совершенно разных спектакля, и я надеюсь, они понравятся нашей публике. И сейчас я имею честь пригласить сюда чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Армении господина Имамбаева. Прошу вас. Прежде всего, очень приятно здесь присутствовать на этом действительно очень важном и значимом событии. И с вашего позволения, уважаемые дамы и господа, я хотел бы на казахском начать. Кеш кумбатты отандастар, сіздерді шуақты Ереванда қарсы алға өте қуаныштымыз. Сіздерге шығармашылық биіктер мен жақын күшіліктер. Добрый вечер, уважаемые друзья и участники сегодняшнего театрального события. Уважаемая госпожа Марианна Хидарян, уважаемая Светлана Саакян, дамы и господа, рад приветствовать вас на 21-м международном театральном фестивале «Армон». Прежде всего, хотел бы выразить благодарность и признательность организаторам этого замечательного театрального события за прекрасную организацию фестиваля и приветствовать участников и представителей казахстанских театров, известных из Алматы и Костанай. Уверен, что этот фестиваль станет очередной платформой, способствующей дальнейшему развитию и укреплению многопланового сотрудничества между Казахстаном и Арменией и в целом на международном уровне в области культуры и театрального искусства, а также направлено на углубление международных связей, возникновение и установление новых театральных форматов и направлений. Сегодняшнее мероприятие является важным и знаменательным, и мы открываем День казахского театра в Армении в рамках этого международного театрального фестиваля «Армон». И это свидетельствует о глубоких исторических и культурных традициях и корнях между нашими странами и народами. По случаю этого знаменательного события на нашем вечере присутствуют известные театральные коллективы из Казахстана в лице Казахского национального театра имени Ауэзова из Алматы и областного русского драматического театра из Костанай. Как вы знаете, подобные мероприятия вносят большой вклад в расширение нашего плодотворного взаимодействия в области культуры и искусства. Межкультурное сотрудничество между Казахстаном и Арменией обретает в эти дни новое, реальное и практическое воплощение. И зрители в Армении с нетерпением ждут театральных постановок казахстанских театров. Как известно, традиционно фестиваль «Армона» проводится ежегодно и является одним из ведущих международных фестивалей в Армении, спектакли которого представляются на разных театральных сценах, подмостках и площадках в Ереване. И сегодня как раз то мероприятие, тот день, когда мы все насладимся замечательной игрой казахстанских театральных коллективов и артистов. Для современного зрителя театр – это всегда ожидаемая встреча с чудом. Для многих это и храм искусства,
И вместо трудной и напряженной работы, требующей терпения, здоровья и полной самоотдачи. И от имени посольства Казахстана и от себя лично хотел бы поздравить всех присутствующих.